Всем привет! Здесь я готовлю 500 супов. Сегодня готовим крем-суп из зеленого горошка с маскарпоне. Мы не будем делать со сливками или с молоком, мы сделаем его с маскарпоне по особому рецепту. Поехали! Я пока ставлю все к плите, я вам скажу, что мы сегодня попробуем два варианта сочетаний. Одно очевидное сочетание с такими картофельными биточками и с грибами, с жуленом запеченное, это рецепта этого здесь не будет. Мы здесь готовим супы. И попробуем с жареными кальмарами в специях. Посмотрим, как этот суп сочетается. Он же должен сочетаться со вторым блюдом, правильно? И тогда, чтобы он вошел в наш, можно сказать, повседневный или праздничный рацион, мы будем представлять, с чем же его готовить. Итак, надо обязательно воду подсолить. Постарайтесь сделать это на самом большом огне, на самой большой конфорке, чтобы энергия прямо вот шла. Сейчас мы закипятим ее в воду, соль растворится, и будем закладывать туда горошек. В кипящую воду закладываем наш горошек, смотрите. У нас очень быстро. Суп готовится очень быстро, и мы постараемся сделать так, или сделаем так, лучше всего так сказать, чтобы он не потерял цвет. Закидываем нашу петрушку. Как только закипит, буквально, ну, надо 2 минуты, буквально, вот засекайте время, 2 минутки. Не вздумайте переварить, иначе все пропадет. Здесь у меня совсем немного сухой мяты. Тоже вслед за петрушкой. Воды не должно быть много, то есть не надо полную кастрюлю заливать, а там немножко болтается горошка. Нужно, чтобы воды было столько, сколько вы потом возьмете миксером и все перебьете, и не будете ни добавлять, ни убавлять. Вот постарайтесь сделать именно так. Для этого можно первоначально как-то вымерить воду, еще не кипяченую, да? Ну так, если вы не привыкли, например, делать этот суп постоянно. Потом уже приучитесь, если он войдет в ваш повседневный или там какой-то регулярный рацион. Сейчас я выключаю и перехожу сюда. Мы будем взбивать все миксером. Итак, ребята, пришло время добавлять нашу универсальную люкс-приправу шеф-шаров. Совсем немного ее достаточно, много не надо, хватит надолго. Все как положено. Вот видите. И маскарпоне. Маскарпоне. Как я люблю маскарпоне. Ай, вы не представляете, он такой хороший, такой вкусный, такой жирный. Вот, смотрите, берете маскарпоне и сюда. Сливки не надо, не надо сливки. Постарайтесь обойтись в этот раз без сливок. Не в этот раз. Конечно, маскарпоне чуть-чуть приглушит наш цвет, но что делать, так сказать. А что делать? Все, погнали. И еще. Ну, это все вот по моему собственному разумению так делается. Конечно, этот такую пачку маскарпоне, две даже, не буду есть не только я один. Это будет раздано на стол, поставлено. Каждый съест свою пачечку. Тем более, они не такие уж и большие. Все. Мелких частей не осталось. Ставим еще на несколько минут на огонь небольшой и прогреем. Итак, что же нам потребовалось для приготовления этого замечательного супа? Потребовался замороженный горошек. Если вы имеете у себя в холодильнике или в закромах свежий горошек, пожалуйста, это только хорошо. Но ни в коем случае не консервированный. Сыр маскарпоне. Возьмите по вкусу. Сколько у вас горошка? Примерно в таком же соотношении. У меня вот здесь 3 упаковки замороженного горошка стандартные. Я взял 2 пачечки. Но буду закладывать по вкусу, то есть экспериментировать. Я делаю тут первый раз суп. Я думаю, у вас тоже получится с первого раза. Также потребуется петрушка, немного сухой или свежей мяты и приправа
Люкс универсальная, шеф шаров. По ссылке в описании. Наконец-то уже, просто наконец-то. Он такой негустой, любителям негустых супов посвящается. Суп из маскарпоне и зеленого горошка. Или зеленого горошка и маскарпоне, как хотите. Только не называйте это гороховым супом, пожалуйста. Это не гороховый суп. Гороховый суп, он с копченостями, там, с ребрами, там, по-настоящему все. Это такая, ну, игрушка, как бы, такой. Это серьезная вещь, но такая, ну, игрушка. Потому что тот серьезный суп, как, а этот такой гостевой, такой лайтовый, такой вкусненький. Жиденький. В общем, смотрите. Тут картошка. Грибы запеченные. Я просто съездил за маскарпоне и купил там в отделе готовой продукции. У нас недалеко магазин, очень хороший. И я очень доволен. А вот кальмары жарил сам. Идеально с картошкой. Вот если рядом вареную картошечку положить, все. А вот эту штучку надо попробовать прямо так. Потому что вилки у меня нет. Как-то московские повара умудряются сочетать кальмары-гриль с крем-супом из свежего горошка. Но мне не нравится такое сочетание. Не, нифига, не мое. Как говорит у меня доченька Лися, не мое. А вот с картошечкой, вот с такой запеченной, мне нравится. Все, я выбираю этот вариант. Готовьте, пожалуйста, по этому рецепту. Во, нежный суп, маскарпоне, просто пушка. Купите обязательно, поддержите наших российских производителей маскарпоне. Надо, как говорится, все, давайте, пока, держитесь. До приятного. Не ведусь я на всякие разные вот эти популярные штучки. А тут, видите, сделал, наступил себе самому на тестикулы и, как говорится, сделал в угоду любителям жидких супов, понимаешь? Вот люблю же я густые супы, а тут какие-то бульканье, всякие брызги, тут весь фартук себе испачкаешь, хотя он и нужен для того, чтобы